У минулую субботу старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник провел прямую телефонную линию. Подчас ее было принято 22 звороты. У их лику прогучала подяка за якостное и оперативное проведение капитального ремонта дома по улице Волгоградской, что у Гомеле. Сегодня до этой удячности можно додать еще одну. Стислые термины, у которые должны быть разглежены и по возможности вырешены питание с прямой телефонной линии, у одним из выпадков скоротились до нескольких годин. С подробностями Евгения Кухаронок. Пенсіонер В'ячеслав Гарбатов потелефонував на прямую лінію до старшині Гомельського облвиконкама з зворотом прогрейдзірувати дорогу від вёскі Хуторанка Гомельського району до чыгуначної станції Тіруха. Раней за дорожним станом сачили і по необхідності проводили профіліровані. Однак у опошній час про дорогу ніби забилися. Володимир Дворник доручив взяти гэтае питання на контроль місцовим уладам. Дорога грунтова, имела небольшую гребенку, поэтому была задействована техника. И, в принципе, в тот же день просьба жителей была выполнена в полном объеме. Один грейдер всего лишь поработал буквально несколько часов и, в принципе, привел дорожное покрытие в нормальное состояние. Работу выполнили прямо у день прямой линии. 3 километра дороги прогрейдировали, провели ремонтное профилирование гравийного покрытия. На все пошло несколько годин, и дорога снова начала радовать как пешеходов, так и местных водителей автотранспорту. Утром я позвонил, мне пообещали решить мой вопрос, а вечером уже мне сообщили о том, что уже все сделано. На все на это ушло, я где-то думаю, часа 4, не больше. Я искренне благодарен губернатору за оперативное решение этой проблемы. Мне кажется, что вот так именно и должна действовать власть и общество. Совместно, в согласии добром, решать общие проблемы. На попередней прямой телефонной линии с губернатором было принято 26 телефонований. Из них 14 были растлумачены, 9 становча вырешены и 2 зворота находятся на контроле. Выники этой прямой линии подводить, напевно, рано. Однако ее значность и важность для жихаров региона отлюстровывают такие подяки. Евгения Кухаронок, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».